Как безопасно уничтожить отходы, не причинив вреда экологии? Какое оборудование с этим справится лучше всего? Опытные специалисты международного уровня, сотрудники компании «Экоспектрум» грамотно подберут оборудование с учетом индивидуальных потребностей клиента. Компания «Экоспектрум» с 2011 года производит инсинераторы – оборудование для уничтожения и высокотемпературного обезвреживания любых типов отходов. За 7 лет сотни клиентов уже получили возможность удостовериться в качестве продукции, которую создает предприятие «Экоспектрум». Именно поэтому у компании репутация надежного партнера и профессионала своего дела. Инженеры отдела продаж оперативно отвечают на любые вопросы и предлагают только проверенные и экономически обоснованные, а также технические целесообразные решения. Все расчеты производятся только квалифицированными инженерами-конструкторами и всегда находят свою реализацию в каждом индивидуальном проекте. Среди ключевых преимуществ компании не только приемлемая стоимость при безупречном качестве оборудования, но и отлаженный сервис. Немаловажным фактором успеха предприятия является постоянное тестирование нового продукта прежде его серийного выпуска. Компания «Экоспектрум» сотрудничает только с проверенными производителями материалов и комплектующих, тщательно отбирая лучшие по качеству и функциональности компоненты для производства инсинераторов. Компания «Экоспектрум» работает не только на российском рынке, но и в странах СНГ, в данный момент уделяя огромное внимание расширению рынка сбыта в страны дальнего зарубежья. Bonjour, bienvenue dans notre société de fabrication des incinérateurs. Assalamu alaikum, معك شركة «Экоспектрум» и صناعة محرق الترميم وهندستها. Важно, что в отделе продаж компании трудятся высококвалифицированные инженеры. Они в силах решить любые проблемы еще на этапе консультирования. А штатные экологи проектируют площадки по обезвреживанию отходов, основываясь на экологических требованиях, которые предусмотрены природоохранным законодательством. Клиенты могут оценить слаженную работу высококлассных специалистов на всех уровнях. Ведущие инженеры и конструкторы вовремя принимают рациональные решения и генерируют новые идеи. Одновременно рядовые инженеры и рабочие профессионально воплощают технические решения в жизнь. Сложную работу выполняет служба КИП-ИА, которая занимается обеспечением работоспособности системы датчиков и приборов инсинератора, постоянно совершенствуя систему автоматизации и безопасности оборудования. Благодаря эффективному взаимодействию сотрудников всех звеньев предприятия, заказчик получает всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта. Один из продуктов, который предлагает «Экоспектрум» – установка для сжигания отходов серии «Хурикан». Она может переработать до тонны за час, и это в круглосуточном режиме, а значит за сутки до 24 тонн мусора при минимальных эксплуатационных расходах. Футеровка инсинератора выполнена из жаропрочного бетона, которая выдерживает температуру свыше 1000 градусов Цельсия. Это позволяет полностью обезвреживать отход от опасных вирусов и бактерий. Более того, уменьшение объема отхода за счет сжигания до 95% от общей массы решает проблему образования накопления отходов, а зола может использоваться для любых полезных целей. В качестве изоляционного материала, обеспечивающего температуру на поверхности инсинератора, не превышающую 50 градусов Цельсия, в то время как в самой камере сгорания отходов и камере дожигания газов температура может достигать выше 1000 градусов, применяется огнеупорное керамоволокно, раскрой и монтаж которого происходит по собственной технологии в соответствии с международными техническими стандартами. Вся продукция компании «Экоспектрум» соответствует международным стандартам качества и безопасности, что подтверждается наличием сертификата CE на всю линейку продукции серии «Вулкан» и «Хурикан». Компания «Экоспектрум» с профессионалами по всему миру.